Всем привет! Сегодня с вами приготовим очень вкусный тертый пирог. Его можно приготовить с любым вареньем или повидлом. Готовится он очень быстро и просто. Размягченное сливочное масло необходимо добавить сахар и ванильный сахар. Ванильный сахар можно заменить цедрой лимона. Перемешиваем. Затем добавляем яйца. Перемешиваем. Пол чайной ложки соды гасим уксусом. Добавляем просеянную муку. Хорошо перемешиваем тесто. Тесто получается густое, поэтому в конце вымешиваем руками. Отрезаем третью часть теста и кладем в холодильник примерно на 30 минут. Оставшееся тесто равномерно распределяем по противню. Сверху на тесто выкладываем любое варенье или повидло. У меня яблочное варенье. Далее нарезаем грецкие орехи. Орехи добавляйте по желанию. Сверху посыпаем орехами. Далее достаем из холодильника тесто и натираем на крупную терку. Выпекаем наш пирог в хорошо разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 30-35 минут до готовности. Готовность проверяйте деревянной палочкой. Когда пирог готов, нарезаем. Наш тертый пирог готов, он получается очень вкусный, готовится быстро и просто. Приготовить его можно с любой начинкой. Обязательно попробуйте приготовить. Всем приятного аппетита, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!